Вербное воскресенье – это предвестник Пасхи. Впереди Страстная Седмица – самый строгий пост, который предваряет главный православный праздник – Воскресение Христово. В этом году Пасха выпадает на 24 апреля. Но Вербное воскресенье – это по-прежнему один из главных праздников для всех верующих. Почки верб срезаются и людьми приносятся в храм. Для чего? Для того, чтобы поприветствовать входящего, если в богословском или переносном значении, в нашу жизнь самого Христа. А так изначально народ приветствовал Христа, когда тот входил в город в Иерусалим. Его приветствовали как царя. Предстоящее вербное богослужение в России тесно связано с растением, поэтому и получило второе название – вербное. Этот праздник открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества. Неделя строгого поста и духовного воздержания называется «Страстной» в память о последних днях земной жизни и смерти Спасителя. В течение всей этой недели будем вспоминать о том, как Господь проводит последние дни своей жизни здесь, на земле, как он был предан своим одним из учеников. Вот такие дни нас ожидают в преддверии Светлого Христового Воскресения. Юлия Прунова, Павел Толобаев. Наши новости.